Добрый день. Сейчас я хочу поговорить с вами о том, как лучше искать квартиру себе. Во-первых, хотел бы сразу сказать, что именно сейчас самый такой благоприятный момент для того, чтобы это делать. Почему? Ну, это все потому, что сейчас студенты все разъехались уже. Многие люди просто находятся в отпусках. И многие уехали в деревню, домой или в гости, и поэтому очень большое количество квартир освободилось в городе. В любом городе, это касается совершенно любого города. Поэтому сейчас самый момент. Квартиру можно искать разными способами. Во-первых, можно пытаться найти у хозяев. Для этого нужно просмотреть рекламу на каких-нибудь площадках, типа Сланда, OLX, в интернете просто, на разных форумах. Это, конечно же, самый лучший способ, самый недорогой. Но он чреват большими потерями времени, так как нужно очень много перелопатить информации. А поэтому тем, кто умеет, кто ценит свое время, я не рекомендую этим заниматься, разве что стоит какую-нибудь рекламу дать, чисто отметиться где-то в интернете о том, что вам нужна такая квартира. Может быть, у вас есть какие-то знакомые маклеры или владельцы квартир. Стоит об этом им сказать и разместить везде информацию. Причем информация должна быть строго по делу. Допустим, молодая пара ищет квартиру надолго, район, центр или благоприятные районы недалеко от центра, или наоборот возле транспортной развязки, возле метро, на расстоянии такого-то количества минут от метро, и желаемая цена. Допустим, это будет цена 15 тысяч рублей, или это будет цена, допустим, 5 тысяч гривен. Должно быть все очень четко. Это нужно для того, чтобы люди, которые помогают вам искать квартиру, чтобы они не заморачивались вашим текстом, а просто взяли его и разместили, скопировали и разместили на своих ресурсах, на своих площадках, там, где его тоже могут прочитать максимальное количество людей. Этот способ самый недорогой, и вполне может быть, что кто-то из знакомых отзовется, кто-то прочитает на ваших страницах в соцсетях, где-то вы сможете просто сделать рассылку своим знакомым. А так как очень многие люди, сейчас не так уж много людей, которые, особенно молодых людей, которые имеют свои квартиры, очень многие живут на съемных квартирах, но не всем подходит то, что нужно вам. Поэтому очень большая вероятность того, что кто-то вам в какой-то момент позвонит и скажет: пожалуйста, есть вариант, звони и смотри. Мне нужна, допустим, сейчас для моей работы квартира, я таким же самым образом пытаюсь найти квартиру. О том, как искать квартиру людям, которые уже обладают каким-то, которые ценят свое время, я расскажу в следующем своем видео. И я думаю, что это будет полезно очень многим, так как кое-кто уже просто отчаялся найти недорогим способом и будет готов в это какой-то свой внести ресурс. Сам я являюсь директором агентства недвижимости уже пару десятков лет в городе Харькове. У меня офис в самом центре города. У меня работает 5 человек только в офисе. Мы обладаем каким-то количеством и наших, и не наших квартир, и развиваем этот бизнес. Поэтому подпишитесь на мой канал, добавляйтесь ко мне в моей паблике, мы называемся «Элитный квартир». Ну, вы сможете посмотреть под видео полный анонс наших страничек в интернете. Называемся мы «Элитки», такой же у нас и тег. Буду очень рад чем-нибудь быть вам полезным. На этом я выхожу с эфира.